Сегодня 7 апреля. Я покажу, как можно вырастить хлореллу в любых объемах. Для этого нам необходимо бочка, наполненная водой. Желательно, чтобы она стояла на солнышке и хорошо прогревалась, не в тенечке. Очень хорошо подходит дождевая вода. В ней я разместил вот проросший пенек, проросший грибами, в данном случае это шиитаки. Вот видно, выходит мицель. Но вы можете взять любой, скажем, тополь, обрезок тополя, где есть живой мицелий. И видно, что на нем есть грибы, и сам этот, сама древесина не сильно засушена, то есть что мицелий грибов живой. Любой вид грибов подходит. Что происходит? Вот бревнышко плавает, и видно пена. Если я его подыму, то будет бурное выделение. Но оно было, я его уже поворачивал. Будет бурное выделение пенки. Это та углекислота, которая является уникальным удобрением, бульоном для развития хлореллы. В древесине и в мицелии имеются все питательные вещества, и поэтому хлорелла будет развиваться постепенно, и ваша водичка будет зеленеть. Дальше я покажу, как очищать ее от конкурентов. Можно немного добавить в эту воду подкормки жидкой, гумат, который применяют для цветов, подкормки растений.